На третьей минуте и десятой секунде второго раунда удушающим приемом победу одержал Владимир Алексеев! К моменту, чтобы его руку подняли на престижном бойцовском турнире Fight Nights Global, деревенский парнишка Владимир Алексеев шел больше 10 лет. Ежедневные изнуряющие тренировки, сгонка веса, десятки любительских турниров по разным видам смешанных единоборств. В этом бою Владимир не имел права проиграть. Своего тогда еще никем не побежденного соперника из Киргизии Адилета Бегалиева он впервые увидел на взвешивании. За полтора года Бегалиев сделал головокружительную карьеру в профессиональном ММА. 5 поверженных соперников и все досрочно в первом раунде. Рекорд Алексеева тоже впечатляет – 6-1. И единственное поражение он потерпел как раз на турнире Fight Nights Global 3 года назад. Но в этот раз все по-другому. Десятки тысяч болельщиков из Ульяновской области и других регионов страны. Это победа. Победа – не счастливый случай, а упорная командная работа всего тренерского штаба клуба «Пересвет». Ну, подготовка прошла отлично. Здесь, как бы в Ульяновске, у нас в клубе. У нас есть достаточно много хороших спортсменов, как в ударных видах единоборств, так и в борьбе. Ну, считаю, подготовка прошла отлично. Неискушенному зрителю могло показаться, что все 8,5 минут боя шла относительно равная борьба. Однако, прекрасно чувствуя себя в стойке, Владимир отлично защищался в партере. А именно борцовская техника – это конек Адилета Бегалиева. Во втором раунде его нервы не выдержали, и он побежал в атаку. Но в очередной раз у кыргызстанца ничего не получилось. Тогда Алексеев подгадал момент и, зайдя в маунт, мощными ударами локтем оглушил соперника. Последнему ничего не оставалось, как повернуться к Владимиру спиной. Этого и надо было. Мастерство монастырского бойца совместно с советами секундантов, чемпиона мира по боевому самбо Николая Дакина и руководителя «Пересвета» отца Тихона не оставили шансов сопернику. Подмышки пусть растянет сначала. Да, и говорят ему: растяни, растяни. Вот что он делает. Смотрит вперед, Дмитрий Валуевич, как чувствует себя Адилет Бегалиев. Идет, давай. Все. Сдался. Владимир очень сильно подрос. В плане техническом ударке очень прибавил ударной техники руками, ногами. Судя по бою и в борьбе пропускал тэкдауны, но в партере внизу очень себя хорошо чувствует. Впереди у Владимира Алексеева запланирован реванш. 3 года назад в Новосибирске по решению судей он уступил москвичу Николаю Байкину. Пришло время вернуть должок. Руководство Fight Nights Global планирует этот бой на конец года. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.